Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 35.6. Найдите приближенные значения данного числа по недостатку и избытку с точностью до 1 тысячной. Это 0,001. Пункт А. Корень из 15. Ну, запишем корень из 15. Ну, запишем 4 знака после запятой. 3,8729 и так далее. И так далее. Тогда округление по недостатку. Это будет 3,872. А по избытку это будет 3,873. Пункт Б. Корень из 19 минус 6. Это будет равно. Корень из 19 запишем с 4 знаками после запятой. Так, 3, 5, 8, 8 и минус. Ну, тут и так далее. И 6 мы запишем как 6, 4 нуля запишем и так далее. Нули можем тоже продолжать бесконечно. Тогда это будет равно минус 1,11. 6, 4. Вот такое число. Ну, конечно, четвертая цифра может быть не единица, а может быть 0, но в данном случае для нас это значение не имеет, поскольку мы округляем до тысячных, и нам имеет значение только вот третий знак после запятой. Так, и теперь обратим внимание на то, что число отрицательное. Значит, округление по недостатку. Это будет минус 1,642. Это число будет меньше, чем данное число. Вот здесь мы знаком. А по избытку это будет минус 1,641. Это число будет больше, чем данное число. Так, пункт В. Единица минус корень из 8. Так, это будет единичка, 4 знака, 4 нуля напишем и так далее. И минус корень из 8, это у нас, запишем 4 знака, 2,8284. Так, вычтем, получим минус 1, и вот 4 знака после запятой. Число отрицательное, тогда округление по недостатку будет 1,829, а округление по избытку будет 1,828. И последнее число Г – это 3/19. Если разделим 3 на 19, получим 0, и возьмем 4 знака – 1, 5, 7, 8 и так далее. Тогда округление по недостатку 0,157, округление по избытку 158. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.